мы решили проводить именно на треке Суперкросс чемпионата Пензенсибирского федерального округа, потому что необходимо, чтобы ребята почувствовали высоту стартовой горы, скорость другую. И, наверное, вот та состязательная борьба, она внесет, наверное, определенную злость. И мы будем следить, наверное, уже теперь и болеть за результатами на чемпионате и первенстве страны в городе Саранске. В первую очередь хочется показать класс, показать свой уровень, чтобы молодежь смотрела на нас, тянулись за нами, смотрели, как правильно преодолевать препятствия, как правильно разгоняться, как правильно вкатывать, как правильно прыгать. В целом трасса очень техничная и хорошая, то есть тут прям можно хорошо раскататься для российского уровня. Во втором заезде я уже полностью сосредоточился, поймал свою волну и просто поехал так, как умею. И мне очень понравилось, как я проехал первую прямую, как вошел во второй вираж и как проработал третью прямую.